Европейское медицинское агентство намерено вынести решение, касающееся применения вакцины Pfizer-BioNTech 29 декабря. Аналогичные шаги в отношении препарата от Moderna будут приняты 12 января накануне вечером. О том, как будет проходить вакцинация во Франции, рассказал премьер-министр страны Жан Кастекс. По мере поступления партии вакцины мы будем расширять наши возможности для проведения процедуры. В настоящий момент в группе риска находится 14 миллионов человек. Такие факторы, как возраст и хронические недуги, а также профессиональные обязательства, это относится к медперсоналу, будут приниматься во внимание в приоритетном порядке. Вторая фаза вакцинации наступит в феврале и продолжится в течение весны. И с весны мы откроем возможность для прививки всем остальным группам населения, начав таким образом третью фазу. В Португалии тех, кто относится к группе риска и у кого ковид может развиваться по резко негативному сценарию, насчитывается меньше. В списках первоочередников находится около 400 тысяч человек. В общей сложности официальный Лиссабон планирует привить с января по апрель около миллиона жителей страны. План покоится на четырех фундаментальных принципах. Во-первых, вакцина предназначена для всех. Во-вторых, процедура основана на добровольности. В-третьих, прививка от коронавирусной инфекции бесплатная. В-четвертых, доступ к ней получит все население согласно тем потребностям, которые были обозначены и утверждены специалистами. Но если в богатых странах ситуация с доступом к вакцинации не вызывает озабоченности международных организаций, то совсем иначе выглядит положение развивающихся и бедных государств. Глава ООН взывает в этой связи к щедрости и милосердию. Вакцины начнут применяться в ближайшие месяцы или даже недели, но не будем обманывать себя. Социальная несправедливость, которая продолжалась десятилетия, не может быть устранена быстро. В момент первой волны пандемии президент Макрон уже заявлял, что на вакцину не могут распространяться законы рынка, и доступ к ней должны получить все, кто в прививке нуждается.